Извините за недочеты и ошибки. Как вы понимаете, у нас едва хватило времени сделать эту запись, не говоря уж о том, чтобы отрепетировать. Что ты говоришь, Элай? Ах да, верно. Вы прослушали речь доктора Айзека Кляйнера, ученого из Черной Мезы. Ныне просто гражданина Земли, как и все вы. Осталось добавить для всех тех, кто меня слышит. Наконец-то мы развеяли тьму, насланную врагами. Добро пожаловать на свет. Так, куда дел калькулятор? Осторожно, Ламар, эти лампы очень горячие. Эта камера включена? Да? Хорошо, я... Я не мастак говорить речи, но я... Я постараюсь. Друзья, граждане, жители Сити 17. Разумные жители, я хочу сказать, люди и представители иных рас. Хотя объяснять недавние события нашим союзникам вартигонтам, видимо, нет нужды. Так или иначе. Во-первых, и самое главное. Если вы все еще находитесь на территории Сити 17, незамедлительно покиньте город. Мы восстановили большую часть железнодорожной сети, чтобы дать вам возможность уехать отсюда как можно быстрее. В пригородных районах разбиты временные лагеря и пункты эвакуации. Повторяю, немедленно покиньте город. Уничтожение ядра цитадели, несомненное благо для нашего мира, повлекло за собой неприятный побочный эффект. Очень скоро произойдет разрушительный взрыв, размеры которого я не берусь предположить. Однако можно с уверенностью сказать, что он повлечет за собой уничтожение всего живого в радиусе многих миль. Повторяю. Бегите из Сити 17, если вы все еще там. Прошу вас со всей убедительностью, на которую я способен. Ну а если вы уже находитесь в одном из наших эвакуационных пунктов, спешу вас с положительным поводом. Уничтожение реактора явилось разрушение полей, водоплавших функцию размножения. Эти поля препятствовали формированию определенных протеиновых цепочек, необходимых для развития эмбриона. Теперь, с исчезновением полей, для всех желающих настало время плодиться и размножаться. Иными словами, и проще говоря, пора задуматься над тем, что вы можете сделать для восстановления нашего вида. Не откладывайте дело в долгий ящик, поскольку неизвестно, сколько времени нам удалось выиграть перед тем, как Альянс попытается вернуться в это сходство. А это неизбежно случится. Поскольку прежде у нас не было возможности открыто говорить о вредительской деятельности Альянса, мне нужно очень и очень многое вам сообщить. В ближайшие дни я планирую написать для вас серию познавательных брошюр. На данном этапе, как ни жаль, придется обойтись относительно краткой информацией. Последствия дестабилизации реактора Сити 17 не явились для нас неожиданностью. Пускай мы и не решались высказывать наши слабые надежды вслух. Подозреваем нас. Все телепорты Альянса, а также система связи, основанная на технологии. Не забывайте, что силы Альянса сквартированы на Земле, изолированы, отрезаны от остальных. Тем не менее, мы считаем, что это временное положение вещей. Как нам довелось выяснить на собственном печальном опыте, малейшая брешь в Черной Мезе позволила врагу занять плацдарм и расширить портал с крыши. Отойти подальше, прежде чем нас обнаружат. Мы намереваемся привлечь при малейшей попытке возвращения Альянса. Мы
мы продолжаем растить и воспитывать новое поколение ученых и техников. Генерал испытывает страх не перед пулями и гранатами, но перед нашей волей, нашим интеллектом, нашим умением найти свое уникальное средство борьбы против каждой... Осторожнее, тебе здорово покромсало. Главная надежда — наш дух, несмотря на то, что его так легко пошатнуть. Все мы пережили гибель родных и друзей от рук Альянса. Все мы смотрели, как наши соседи поддаются на их провокации, утрачивают человечность и превращаются в бинтики машин уничтожения. А тех, кто боролся... Она позволит нам сплотиться перед неизбежной угрозой и обрушить на врага жестокую кару. Держи аптечку. Я перезаряжу, прикрой меня! Избивай с ног, вот, а я буду стрелять. На вот, подключись. Чёртовы львы! Гори в аду!
Норы перекрыты. Отлично. Цель номер один. Бедешь. Обнаружена кровопотеря. Требуется медпомощь. Пока ты разбираешься, я присмотрю за улицей. Красота! Давай наверх. Thank you.
Неси же сюда, я перенастрою схему. Обнаружена кровопотеря. Положение.